Вот такая погода. Вы когда-нибудь видели, короче, ценник на одеяле, что-то столько стоит? Офигеть! Я сама напечатала этот ценник. Я ж дура, блядь. Вы знали, что я шизофреничка? Так, сейчас буду этот тортик жрать. В одну харю. Вам не дам. Плохо себя ведете. Что там надо сделать? Погода ужас, если честно. Вот такой ценник. Сейчас покажу. Вот. Магазин Биг Шоп. Одеяло. 799 рублей. Много ли это или мало, как вы думаете? А вы за сколько одеяло покупаете? Наверное, за 1 миллион рублей, да? Круто. Кстати, есть одеяло и за 15 тысяч рублей. Кстати, контейнерами еще не пользовалась. Вот такими. Ой, еще надо помыть будет их. Ну, просто сполоснуть водой. Блин. Фига себе такая штука. Основательная. Ну, из-под ценника. Ой. Блять. Надо нос закапать. Игрушки сидят. Все сидит на своем месте. Что там с погодой? Ууу, холодильник-то какой. Все мокро, видели? До 2 мая так будет холодно. Якобы. Ух, елки-палки, елки-параши, блин. Ебать копать, мать колотить. Ужас. Это я еще не включала. Увлажнитель воздуха. Надо будет Костю попросить. Сарома. Капсула для масел. Вот, стоит, ждет своего момента. Моментика. Момента. Кружка. Кружка. Это так себе торт, если честно. Торт панчо. Кусочки ананаса, орехи, изготовлены вручную. Ну ладно, будем верить. Как вы думаете, точно вручную или врут? Ну ладно, панчо. Я приболела. Вот надо будет еще это выпить. Просудокс. Облегчает ля-ля-ля-ля-ля. Симптомы гриппа, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Горло болит. Надеюсь, это не коронавирус. Вот. Надо будет выпить. Вот. Вот. Блин. Это карточки мои. Хотите карточки мои? Хотите? Я вам подарю их. Хотите? Вот на это, ну вот на этой карте 900 тысяч, вот на этой. Вот на этой 900 тысяч. А на этой 10 миллионов лежит. Вот на этой 10 лямов. Без пиздежа. На YouTube заработала. На вас, лохов. Без лоха и жизнь плоха, да, птицы? Крутяк. Без лоха и жизнь плоха. Черепаха, что с тобой? Все нормально. Все хорошо. Все хорошо.
Отлично, да? Ну ладно. Блин, чай закипел. Буду чай пить. Вот такой. Да иду, иду. Я же нажралась. Иду. Что ты пиздишь? Да иду. До самогонки нажралась. Самогонка. Самогонный аппарат кипит. Вот такой чай. Гринфилд. Торт. Выключаем с вами пипеточку. Ау! Блять, сука, я пьяная. Реально. Пиздец, блять. Обволакиваем кипяточком. Видели, да, какая погода? Пипец. Пипец погода. Кукла. Hello. Ладно, мои хорошие, буду пить чай. Вот. Облила я. Я простывшая. Вот. Пин-код вам от карты сказать. То, что у меня там денег много. Можете забирать. Я добрая. Да. Эх, вы даже не знаете, насколько я добрая. Я все прощаю. Надо этот нос закапать, я простывшая. Извиняюсь. Я все равно это видео вышлю. А все равно никто не смотрит это видео. От начала до конца никто не смотрит. Посмотрели так по названию и все. Так. Вот такой торт. Разрезаю. А что разрезать? Может, и вот так вот жрать. Сюда еще лимон кину с морозилки. Вот сюда. Вот сюда. Блядь. Смотрите, блядь. Куда, блядь? А это вот такой чай. Ничего так сексуальненько. Я говорю, сексуальное утро началось. С эротического секса. Вот такая тарелочка. На обзорах я уже когда-то показывала. Покупала я ее в Анапе, в Турции, в Таиланде, в Египте. Так, как же мне это разрезать-то? Вот так. Вот как вас чик-чик-чик валять всех, блядь, нахуй, хейтеров. Горло вошло перерезать. Вот такой кусок тортика. Большой кусок, как вы думаете? Ну все, с добрым утром, до свидания всем. Погоду я вам показала. Но подписки я... Вот такой он на разрезе. Подписки я у вас даже просить не буду. Вы все равно их не делаете. Какой смысл их просить? Какой смысл просить подписки, если никто ничего не подписывается? Деньги я уже заработала. Так что можете... радоваться. Буду покупать еще квартиру. Я буду ее сдавать. Потом надо будет земельный участок покупать. В Беларуси я уже покупала.
земельный участок и дом. Буду, наверное, или в Турции, или в Сочи покупать. Вот. Вот такие у меня планы. Коттедж буду заказывать. Мне будут его строить. Вот. На Ютубе я заработала хорошие деньги. Вот. Очень даже хорошие, что у меня и на дом, и на квартиру. Сейчас вот надо будет квартиру покупать. Или квартиру-студию буду брать, или однокомнатную буду брать. И хочу ее сдавать. Ух ты, даже в ритму. Ух ты, ух ты, ух ты, даже в ритму. И буду ее сдавать. Канал мне принес бабки. Я заработала честным трудом. Это такой лимончик. Так что можете не подписываться мне, все равно. У меня уже все есть. Так, вот такой торт. Вот такой лимон. Замороженный чаек. Ух ты, бах ты, ух ты, барах ты. Потом надо будет земельным участком разбираться. Погода ужас. Земельным участком надо будет заниматься. Выбирать. И смотреть, какой дом. Вот, квартиру буду еще одну покупать и буду ее сдавать. Вот. Так что я и без ваших подписок заработала. И вообще. Блин, где моя ложка? Так что, как говорится, ха-ха, назло мне, да? Назло. Назло вы себе делаете. Хейтаруки, хейтамахи. Ладно, папа, бай-бай.